35 тысяч я вот за вот этот набор заплатил, северная чернь. Короче, тот, кто покупал это, я не знаю, как покупал, он покупал 2,5, что ли, 2,800, что ли, чтобы, я не знаю. В общем, я не знаю, вот тот, кто продавал, что сказать, я не знаю. Из комментариев. В общем, я у него забрал за 35 тысяч вот этот комплект. Значит, у нашего местного перекупа 6 этих, 6 вилок, 6, значит, ложек. Это серебряные все, если что. Вот. Как он умудрился? Они вообще нульс. Они нулевые, видите, вот. Я, когда вы ложку покупаете, обращайте внимание, вот такие заостренные должны быть, чтобы они не съеденные были. Там сразу видно, пользованные, не пользованные. Когда пользованные, они съедены. В общем, красивый наборчик. Но больше меня вот, как вот тот человек, который вот это отдал за 2,5 или 2,800, чтобы, я не знаю, не помню. Ну, вот примерно в районе 3000 он забрал. Но как он отдал вот это, я не знаю, он думал, что это алюминиевый, что ли, я не знаю. Как это произошло, но суть не в этом. Вот он мне отдал его за 35 тысяч. Красота. Смотрите. И, кстати, сейчас я вам скажу. Мне нужен. Вот, у кого-то есть вот такие вот. Мне вот не хватает вот этой одной штуки. Имейте в виду, если у кого-то есть, предложите, пожалуйста, мне. Друг у кого-то разнобой. Вот точно такая же, одна штука не хватает. Это советская, наверное, многие в курсе, что такое. Одной штуки для комплекта мне не хватает. Если есть у кого-то, пожалуйста. Вот такая вот. Всем удачи, всем пока.